Так старте дай! Закончився первый раунд. Красного плана Джакшалик Алаймиков, мастер спорта Кыргызстан. Ему 29 лет, боксом занимается 9 лет, счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством Дамирдина Размендиева и заслуженного тренера Кыргызской республики Акайката Абаева. К данным соревнованиям готовили Акайкат Абаев и заслуженный тренер Кыргызской республики Турбан Уло Ганиева. Yeah.
закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта международного класса Джавлон Юлдашев, Узбекистан. Ему 22 года, боксом занимается 10 лет. Счет боям не ведет. Чемпион Азии Ю-22 тренируется под руководством тренера Махмудова. Winner by split decision, Boxer from the